Аневризма вены Галена обычно сочетается с разнообразными формами артериовенозных коммуникаций, которые и определяют гемодинамические особенности. Крупные артериовенозные коммуникации приводят к выраженному шунтированию крови, которые вызывают нарушение гемодинамики и сердечную недостаточность. Следствием наличия патологических артериовенозных соустей в системе большой мозговой вены явилось значительное расширение правых отделов сердца плода. В данном видеоматериале стрелками обозначены значительно расширенная полость правого предсердия и расширенная полость правого желудочка. Каких-либо врожденных пороков сердца в данном наблюдении выявлено не было. Представлен еще один вариант наблюдения четырехкамерного сечения сердца плода. Стрелками обозначены значительно расширенная полость правого предсердия и расширенная полость правого желудочка. Также отчетливо определяется движение клапана овального окна в полости левого предсердия. Цветовое доплеровское картирование демонстрирует движение крови через атриовентрикулярные клапаны. В сечениях по короткой оси мы видим нормальную аорту и нормальную легочную артерию. В легочной артерии регистрируется ламинарный спектр кровотока.